В экстрим-парке Сибгуф состоялся Международный день снега. В России его организовывали трижды, и от года к году все с большим размахом. Праздник в Омской области прошел в третий раз и собрал более 300 человек. Настоящие сибиряки попробовали все. К традиционным спусковым видам спорта добавились еще несколько действительно снежных аттракционов. Хоккей на валенках, метание специально подготовленного валенка на дальность, а также катание на нартах, запряженных собаками и даже парад санок. Приучать людей создавать некую моду на вот именно занятия снежными видами спорта, я думаю, это вполне нам по силам, с учетом как бы имеющейся материально-техническая база вот нашего университета. Поэтому только очень радостно за то, что действительно сегодня вот яблоку негде упасть здесь, что столько людей приехало. Мы можем гарантировать безопасность всем тем людям, которые приходят покататься на тюбингах, на горных лыжах, на сноуборде. Виды спорта такие близкие к экстремальным, поэтому всегда хочется, чтобы если родитель приводит сюда ребенка, он был уверен, что все будет хорошо. Это мы можем гарантировать. В экстрим-парке расположена трасса для сноубординга с фигурами, боксами и трубами, чтобы отточить мастерство катания и даже научиться трюкам. Мастер-класс и показательное шоу устроили два спортсмена, один из которых занимается катанием на доске. Всего два года. Я катался по боксу и проезжал по трубе. Сколько ты тренировался, чтобы вот здесь вот это нам показать? Ну, второй год. Потому что мне нравится кататься. Это красиво, это круто. Очередь к тюбингам лишний раз подчеркнула, что это самый полюбившийся вид развлечения на день снега. Безопасно, достаточно экстремально и совсем не тяжело. Ведь с самого низа на вершину подниматься не нужно, вас доставит туда бугельный подъемник. На другом склоне место катания сноубордистов и лыжников, которых на день снега было больше обычного. Опытные инструкторы готовы не только подсказать, как улучшить навыки, но и обучить катанию с нуля. Нам нужно каждый день отмечать этот праздник, каждый день. Все на улицу, все на снег. Молодежи нужно всегда соблюдать здоровый образ жизни, потому что сейчас такая тенденция, которую нужно продвигать и никогда не забывать. Сегодня мы здесь, потому что как раз так получилось, что праздник и хорошая погода. Вот, мы решили так разбавить свои будни. Больше всего внимания от детей и взрослых получила площадка с четвероногими друзьями. Омский центр ездового спорта организовал прокат на нартах по кругу для всех желающих. Им очень нравится, если вы обратите внимание, сейчас запрягают тройку, и насколько собаки с нетерпением ждут, когда их просто отпустят бежать, потому что первое и основное для хаски – это бег. Бежать, 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 бежать. Вот они стартанули. По итогам праздника никто из зарегистрированных участников не остался без подарка. Фирменные футболки и сертификаты получили юные хоккеисты, прыгуны на скакалках, а также авторы самых креативных санок в виде вертолета.